На площадке Амурского патронного завода «Вымпел» прошла всероссийская профориентационная акция в рамках проекта «Работай в России». Данная акция реализуется на территории Российской Федерации с 2014 года при поддержке общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», одним из учредителей которой является и завод «Вымпел». Цель проводимой акции – это формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи, направленной на развитие отечественного машиностроения и промышленного сектора экономики в целом. Администрация завода «Вымпел» и местное отделение Хабаровского регионального отделения «Союз машиностроителей России» совместно с образовательным учреждением Амурским политехническим техникумом организовали встречу, провели мастер-класс на рабочих местах лаборанта химического анализа и инженера-конструктора. Лаборантами центрально-заводской лаборатории Александрой Баженовой совместно с Татьяной Степановой был проведен для учащихся техникума мастер-класс, где продемонстрировали проведение химического анализа материалов. А также начальник центрально-заводской лаборатории Павленко Антонина Михайловна рассказала о функциональных возможностях лаборатории и перспективах дальнейшего трудоустройства на завод. Инженер-конструктор Андрей Фомин рассказал о преимуществах работы в программе «Компас 3D». Учащиеся техникума совершили увлекательную экскурсию в производственный цех по изготовлению патронов и в инструментальное производство, где их познакомили с технологическим процессом упаковки патронов. Показали обработку деталей на металлообрабатывающих станках.